Рейд ГИБДД против тонировки. Сегодня сотрудники автоинспекции вышли на дороги областного центра с целью выявить нарушителей закона. Согласно ГОСТу, светопропускная способность передних и боковых стекол машины не должна быть менее 70%. Однако у владельца этой иномарки, по показаниям прибора, боковые стекла пропускают свет лишь на 10%. Инспекторы составили протокол. За нарушение закона мужчине необходимо заплатить административный штраф 500 рублей и в течение 10 суток снять пленку. Как отмечают сотрудники ГИБДД, любителей полумрака в салоне автомобиля достаточно много. Но не стоит забывать в первую очередь о безопасности. Тонировка снижает обзор водителям в темное время суток. А по последним данным, аварийность на дорогах Мурманской области выросла. На прошлой неделе проводили мероприятия вот такие же. Да, то есть нашим подразделением выявлено 7 транспортных средств, светопропускаемость которых превышает допустимые значения. Водители не всегда, скажем так, успевают ориентироваться в обстановке, если стекла затонированы. То есть мы живем на севере, да, плюс ко всему полярные ночи. Ну и сама по себе тонирование автомобиля не позволяет обеспечить на 100% происходящую вокруг автомобиля ситуацию.